Сьогодні у рубриці «Спорт у місті Н» знайомимося з Віталієм Ланіним, майстром спорту з вільної боротьби, та Євгеном Степанюком, президентом федерації «Мікс Файт». Сьогодні ми хотіли б, після першої передачі, те, що ми з вами розбирали, ударна техніка руками, двохударна комбінація, як починали з передніх, так і задньої ручки починали. Ми сьогодні повністю будемо ще розглядати к двохударної комбінації руками, додавати будемо лоу-кік. Хотілося б для початку показати, як правильно виконується лоу-кік. І, в принципі, хотілося б ще це прив'язати к руками. Так как мы с вами на прошлой тренировке говорили, что все удары ногами выполняются более ровно и непосредственно не подъемом бьются, а бьются нижней части голени, то мы не выносим ногу с боку и выполняем лоу-кик. Мы стараемся ногу выносить практически фронтально, потом ее докручивать и выполнять удар. Лоу-кик выполняется в мягкой ткани ноги. Ни в коем случае мы не бьем ни ниже. Почему? Потому что бывает очень часто, причем у многих ребят голени не настолько накатаны, как у тайских боксеров, мы попадаем в колено. Мы травмируем и себя, и соперника. Поэтому мы стараемся выполнять все удары лоу-кик в мягкой ткани. Лоу-кик может выполняться как и передней ногой, он выполняется в основном изнутри, с маленького подшага. Так же само он выполняется и снаружи, как мы и вы говорили полностью. Не забываем, что в момент того, когда мы выполняем лоу-кик, мы стараемся на опорной ноге проворачиваться. Ни в коем случае мы фронтально ногу не оставляем. Если мы оставим фронтально ногу, то мы никакого лоу-кика нормально не сделаем. Он будет не сильный, не качественный и видный. Поэтому в момент того, когда мы выполняем удар, и не забываем, что все наши действия происходят на ножках, будем их называть пружинками, не на ровных ногах. Ножки чуть подсели полностью, левой ручкой, то, что мы с вами разбирали, мы выкидываем прямой, и под этот прямой, после прямого, мы выполняем лоу-кик. В момент удара лоу-кик мы стараемся еще таз чуть-чуть подопустить вниз, для того, чтобы он шел не параллельно полу, а сверху вниз. Как показывает практика, после, будем так говорить, хорошо проведенных двух-трех лоу-киков, наш соперник перестает двигаться, как мы в начале боя видели, что он хорошо передвигается полностью, разрывает дистанцию. Прячет ногу. Это прячет ногу, да. Полевой эффект. И начинает нам, в принципе, то, что и надо было. Он нам предоставляет возможность вторую ногу дать. И для этого мы выполняем следующие движения. Мы показываем, что бьем лоу-кик. Он уже ручками полностью опускается, да, для защиты ноги. Мы в это время полностью показываем. Тут же мы выполняем, опять же, нашу двухударную комбинацию. Будь то прямой сбоку, будь то два прямых. Поэтому не забываем, что мы так же самое можем начинать, что с передней, что с задней руки, руками, и все завершать лоу-киком. В данной ситуации мы выполняем левой рукой, кидаем прямой, и правой мы выполняем лоу. В принципе, как многие бои показывают, в принципе, ну, раз для разведки полностью кинул, показал. Вот вы видите, что мы даже не работаем в полную силу, попали в нужное место, уже ножка автоматически, непроизвольно, уже болевой эффект присутствует. Поэтому встали, допустим, любая наработка, в любом зале, в любом месте. Главное, чтобы был спарринг-партнер. Если нет его, то мы можем отрабатывать. Это на мешки, на макевары полностью или на воздух. Встали, в стоечку кинул, два удара. Еще один из вариантов, то, что мы говорили, это одноименное выполнение серии двухударной комбинации. Она выполняется следующим образом. Левая ручка, левая ножка. Но мы должны помнить, если мы будем выполнять левая ручка и без подшага левая ножка лоу-кик изнутри, эффекта не будет никакого. Не забываем про подшаг. При выполнении подшага правая ножка буквально смещается на 20-15 сантиметров, и левая выталкивается нога с подшага. Левой ручкой кидаем, тут же выполняем полностью внутренний лоу-кик. Один из наших ведущих спортсменов, Вячеслав Тен, в одном из боев, который у нас был на турнире, он одним лоу-киком выиграл очень титульного бойца. Вы помните, Виталий, это был представитель Днепропетровского клуба «Патриот». Один лоу-кик. На одном лоу-кике он проводил его с разных дистанций. То есть, в принципе, с этой дистанции мы тоже можем произвести лоу-кик. Казалось бы, вытянутая рука, но если мы сделаем правильный подшаг и опустим таз и вытянем ножку. Вы видите, мы достаем, в принципе, с этой дистанции. Мы с этой дистанции стоим полностью, кинули и достали.
За что и говорится, если правильно, хороший лоу-кик поставленный, вам не надо в арсенале иметь много техник, и на одном лоу-кике вы можете так же самое, как показывает практика, выигрывать. Будем говорить, маленький анонсик прошел. В принципе, мы все рассказали, все подчеркнули. Ну и как обычно, с вами был Виталий и Евгений. Приходите к нам в зал. До свидания. До свидания.